Всем привет, зрители моего канала Сад Чекалина, Сызранский район. Сегодня небольшой ролик, кратенько так расскажу, что я делаю. Сегодня у нас понедельник, 24-е на дворе, сегодня 25 сентября на дворе. Неделю стоит сушь, жара, днем до 25, до 26 в тени, на солнышке, наверное, еще жарче. Ну, хорошо, ходим в майках, ночью опускается температура. Что я сейчас делаю на участке? Сегодня выходной, как я сказал. Сегодня проливаю все деревья, включил полив на яблоневом саду. Яблони проливаем перед зимой, потому что я смотрел, там еще 2 недели будет сушь стоять и тепло. Так что надо будет пролить деревья на зиму. Проливаем деревья и все. И они у нас уходят в спячку. И также обрабатываем от жучков, от червячков, от всякой нечисти. Но в это препарат я обрабатываю Актарой. Был остатки, вот остался у нас тут под рукой. Думаю, по-быстрому обработаю вот такой препаратик. Актара 6-граммовый. Разводим мы. Идет у нас 4 грамма на 10 литров воды разводим. Там вот так вот. Короче, таким рассолом обрабатываем наши яблони молодые. Здесь 300 яблонь, как я говорил. Сейчас уже начал обрабатывать, обрабатываю. Вот у меня тут уже ряд обработал. Сейчас второй заканчиваю. Решил показать, чем занимаемся. Ну все, сейчас надо успеть все их обработать за сегодня, чтобы у нас червячков, жучков не было. Ну, как говорится... Что было под рукой, то мы обработали. Конечно, Актара сейчас для осенней обработки она не подходит. Но что, как говорится, есть чем Бог послал. Потому что сейчас все препараты очень дорогие. Обрабатывать очень дорого все встает. Под рукой что было? Что остатками обработаем? А там следующий год будем работать. Потому что надо убить перед зимой вот эту всю нечисть. Они сейчас лезут под кору. И жрут листья, кто-то кору жрет, кто-то там чего-то. Еще попадаются всякие букашки, цикадки вот эти, они особенно злы для наших деревьев. Они режут ствол, наносят урон молодым деревьям. Порезы я видел, кто желает посмотреть в прошлых роликах. Поднимите там год-два назад, там ролики я показывал, как ствол цикадка режет. Кому интересно, просто наберите в интернете, кто такая цикадка и что она делает. Очень сильный урон наносит яблоневым деревьям, особенно молодым деревьям, молодым стволам, молодым побегам. Все, что хотел показать, рассказать. Кто меня поддерживает, нам класс лайк. Кому нравится наш сад или пребывание на нашем видео, нам тоже классики, лайки не забывайте. Также оставьте комментарии, что вы думаете, какую обработку и чем обрабатываете вы сад осенью от жуков, червяков, букашек, таракашек. Какими препаратами пишите, советуйте. Будем смотреть, анализировать, просматривать. Может быть, мы перейдем на другие препараты. В общем, короче, не забывайте также подписываться на наш канал Сад Чекалина, Сызранский район. Ну и всем пока. Удачи, ребята.